Что случилось здесь? И ты такой еще, а? А чё был-то? Убивать не надо было его? А я просто так чувака убил с этим приступом, да? Ладно, погнали дальше. Ну давай. Всем привет, всем привет и всем приятного просмотра. Продолжаем проводить GTA 5. Давай сюда заряжем пока. Вот так сядем. И все, пока они проедут здесь. Я, конечно, завалил чувака по случайности. И фиг узнает, я не знаю, что тут. О, они сбили чувака. Это как, полиция сбила и не остановилась? Он что, идиот, что ли? Ну, тут она звезда, пацаны. Ну, вы, может, успокоитесь, а? Забудьте обо мне всегда. Я отсюда. Ну, по идее, должны тут позвонить, а они как, я так стрельбу взял их. И сразу менты приезжают, прям как будто везде камера, а может камера. Ну если камера, они бы знали всю жизнь, кто я такой. Все, замечательно, погнали отсюда. На наши тачки. Можно сказать, которые я... И что, ты не мог с той стороны что залезть? Супер вообще просто. Все. Тут 2 километра почти меньше, 2 километра ехать. Тут фигня, доедем. Быстро. Можно таскать. Так, тихо. Успокойся, Франклин. Ну, километр ехать недалеко. Посмотрим, это, если не ошибаюсь, репортер, что ли, который мы тут раз сняли. Неприличные дела звезд, можно сказать. И в той серии, я не помню, да, той серии за Тревор убегали с Лемаром. Вот это была погоня ужасная просто. Я не знал, куда деваться, просто то побежали по берегу. Пляжу, можно сказать. Ну все, мы так... Быстро время пролетело, быстро приехали. Посмотрим, что он нам предложит. Где ты, мужик-то? Он что, здесь что ли? Нифига себе ты творишь. Hey, have you seen the Incredible lately? Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, no, they're просто вылез. They want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big, I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh yeah, boy. Here you go. I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. Like, all right, look. This, if you get a chance, right? I mean, there's no rush. Okay. Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are. Right? Yeah. Well, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Это типа как вот эти фигни что собирать? I'm good. I'm okay. Wow. Это офис что ли? Вот это офис. Короче, понятно, к нему приехать, он что-то скажет. Потом от него уехать, да? Окей, а что у нас дальше ждет? Что у нас вообще есть там? Тревор что-то есть. А у нас только Лестер, да, остался?
Ну давайте Сильвестра посмотрим, что там он приложит. Тут недалековато до него ехать. Да ё-моё, бля. Пошел в жопу. Вот это у меня скосил. Ну, проскочил даже без своего супер. Вот это дороги. Оба в России такие же, да? Мягкие, хорошие. Ну, вообще тут видно, косяки тоже есть. Можно так сказать. Хотел сделать эпично, но не получилось. Развернуться. Кого-то там убить, я так понимаю, надо, да? Как тут раз было. Телефон! Ё-моё, а! А чё мы через телефон общаемся? Очумено просто. They rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Понятно. Чё он сказал, не знаю я. Так, видишь? О, дебилдеры. Атлетический пляж. Удачи, это сообщение. Ё-моё. О-о-о. Вот она, тачка. Погнали туда быстро. Убей. Важно, убей присяжного, а он там что делает? А что, если другое время будет, он все? Акции не упадут? Блин! О, собака здесь висит, нифига себе. С собакой люди ходят, гуляют. Не, здесь бизнес у нас еще нету. Он 200 тысяч стоит, палба. А второго у нас денег нету. А где он? А, вот он. Да блин. Франклин, беги, беги, беги. Там еще что ли? Офигеть, такой зять подошел и убил его. Просто чувака завалил. Вот это, блин, смертяга, а. Ё-моё, ехать далековато. Простите. Да куда, балбу, ты едешь, а?
Вот такую тачку я бы себе приобрел, если возможно здесь интерес есть. Bubble Bee бы. Из трансформеров. Нифига на пряже не находится. А, Баба Би поменялся. Цвет поменял. А тут где наверху на... А, снизу. Пошел в жопу, урод. Ё-моё, он на яхте. Трудновато будет. Была бы снайперка, было бы проблем не было бы. А у меня снайперки нету. Я увижу его, да? Или нет? А, у меня есть снайперка. Очуметь просто. А я не знал об этом. Ё-моё. А я как дурак, без фигней страдаю, а. Я могу даже провалить это задание. Потому что я как дурак. Поехали на тебе теперь. Да быстрее, быстрее, Франклин. Полиция, ты фиг с этим полицией, блин. Сейчас угоним от них, ой, тачка прикольная. Вот они едут сзади, спереди, сзади, сзади, спереди, сзади, сзади, спереди. Да пошите вы все в жопу. Да ё-моё, блин, а! Если не это врезывание, я бы сейчас ушел от этой дурацкой полиции. Пошёл в жопу. Да ё-моё, а. Падал, он там, блин, находится. Куда мне надо? Да, блин, от полиции ещё гнать надо. Давай прям поедем, а. Нифига взлетели. Да потеряйте ты меня уже, а. Грёбаный копр. И где он здесь находится? Чё, мне на вершину надо? Да ё-моё. А я фиг узнаю, блин, куда ты, блин? Так, подожди, там смс-ка была какая-то? Какой нафиг позвонить ему? Ищи грязное окно. Очуметь, ищи грязное окно.
Так. Его что ли надо убить, я не понимаю. Нифига себе поворот. А ты быстрее можешь? Блин, время мало, вообще мало. Минуты осталось, пока я тупил здесь. Да, я не успеваю. Провал. Памяти, блин. Ну давай, Франклин, на. Два километра учу, издеваетесь, что ли? Пока я тупил с полицией, блин, все такой фигней, блин, бегал туда-сюда, конечно, времени не было. Привет, этот, можно сказать. А чё полиция-то за мной, я не понимаю. Да я знаю уже, что проиграл, бля. О, потрачено. Ой, блин. Ну ладно. Конечно, повторить это все. Но я думаю, не на запись. Встретимся, как я буду туда. Вот и мы снова здесь. Оказывается, тут 2 минуты дают. А, тихо. Можно начать не с этого момента, а с этого момента. Только почему повтор так сделали, не знаю. Может даже все жалуются в бывшей серии, потому что заново, заново с нуля что-то делать. Ну, времени вообще мало. Вот что проблема. Да ё-моё, ехать еще 1,5 километра, ну меньше чуть. А времени очень мало. Еще дебилы здесь, блин, встали. Вот как они могут тут ездить, а? Пару секунд у меня сожрали, уроды. Ну это последние 4, я так понял. Понял, он еще на мотоцикле, Питер. Вот урод, а. Лучше попробуй догони. Все. Ну чё, сдох, пидор? Всё, готово. Эй, Эл, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Всё, задание выполнено. Супер. Убийство 3 цели. 5000 баксов. Чё у нас дальше-то идёт, я не понимаю. Трав какая-то теперь здесь появилась. Это вот этот чуваку, который знак вопроса подошел. Он стал что-то мучиться. Все, больше у нас заданий-то особо нету. У нас только задание есть. Треворка. Здесь я вижу. Давайте-то посмотрим, что здесь есть. Тревор, может, в следующей серии. Сейчас, секундочку. Это не то. Так, давайте здесь посмотрим. Это не то. Гонки на мотоциклах есть. Медали нет. Морские гонки.
Мне это не интересно. А чё, только на гонки на мотоцикл, что ли? Может, попробуем? Покатаемся хоть. Поучаствуем в гонках. Как я залошусь там, посмотрим. О, что-то у него есть. Братан, есть инфа о местоположении некоторых звезд. На карте отмечены места, где можно сфотографировать знаменитости. А даже, а как фоткать-то? Подождите. Не? Ну, давай посмотрим. Где он это видит? Звезды. А, вот здесь есть. И как мне их фоткать? Давайте попробуем сфоткаем звезду. Тут недалековато ехать. До интереса. Но потом, может, утереть тревы будем, я думаю, скорее всего, поедем туда, знак вопросики, все пооткрываем чуть. Я знаю, там нет тревы, у него знак вопроса, это по поводу психи. Он там всех стреляет, как безбашенный. Вот это точно я помню. Я надеюсь, там есть нормальные. Ты слишком торопился, чтобы попасть с ним в город. Мне было интересно. Куда ты едешь? Блин, 2,5 километра далековато. Ну, тачка прикольная, но он слишком влияет. Слишком сильно влияет. Да, блин, я его не видел его. Чё, ты там сдох, что ли, стал сигналить? Нифига себе, такого удара, он ещё сдохнет здесь. Ну, вообще, не знаю, реально здесь не может быть. Да, а может, нет. Но самое странное. Что все в ранкинг говорит, я не понимаю. Ну вот и мы доехали уже. Только где у нас фотоаппарат, мне интересно, и как я буду фоткать? Чё, у нас новый дом уже? Когда мы успели новую квартиру купить? Вот почему за фигня. Давай, звони ему. Hey, yo, what's going on? Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops. Like right now, bro. Apparently she's wasted. Get after them. See if you can snag a shot of her getting busted. Преследуйте Поппи. А где у меня фотография? А, вот здесь что есть. И как мне ее преследовать? Нифига дуру какая. Ой, простите. Ну, поехали за ней. А что за вертолет? Нифига поворот здесь. А чё за мигалки здесь? А вот это прикольненько.
Да блин, ну уроды, а. Конечно, я сам виноват, но... Это же GTA. Вот это поворот, машину угнали. Ой, блин, выпрыгнула. А что мне делать надо, я так не понял. А, вот что. Понятное дело. Я на ходу не смогу сфоткать. Она безбашенная. И кто там? Поппи или мужик там фигу? Я думаю, по бабам больше фоткает. Блин, я все пропускаю, потому что я не знаю, что тут делать. Самые интересные моменты. Как за ним полиция едет. Чего повторяю еще, не понял я. Вот она. Она пьяныш? И она наркоманка. Конечно, сфоткать ее. А как сфоткать? О! Отправить ему фотографию. Отлично, теперь сваливаю оттуда. Пока не поймали. Вега машина работает. А, вот так гонять, но я самое интересное, конечно, пропустил. Ее, короче, забрали, звезду. Выполнено. Все, нормально. О, что ты хочешь сказать мне? What can I say? A great journalism. Hard little sex tape sent sloppy poppy in a full-blown meltdown. How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. И что, мне заплатили деньги за это, что я не понял? Или ничего не платили? 29 тысяч, а фиг узнает. Так, там еще есть у нас и травка. Но это уже в следующей серии попробуем. Надо еще за Тревора все помучить. Ну давайте сейчас телефончик займем, что-то здесь смс, это понятно. А вот тут у нас что-то есть. Так, у нас тут магазин что-то и как вот. Это тут по поводу того, что вот ответ он написал. Можно сказать. Ну ладно, такая серия нестандартная, можно сказать. Ну давайте всем до свидания, пока, увидимся в следующей серии, другие прожимаемся. Удачи вам и пока.